28 марта 2018 года, 0 часов 51 минута, Киберспорт, Dota 2. Компания Valve отключила Dota 2 на от 4 до 5 часов в связи с багом, который не позволял начать матч. После того, как 10 человек принимали игру, ничего не происходило. Мы опять пытаемся исправить проблемы с системной производительностью GC, о которых упоминали ранее. К сожалению, на этот раз мы ожидаем простой от 4 до 5 часов. Мы сообщим здесь, если обстоятельства или время работы изменятся. Приносим извинения за то, что предупредили так поздно, говорится в сообщении. 24 марта Valve уже отключала игру для проведения технических работ. Тогда компания предупредила заранее, что займется исправлением неполадок, связанных с координатором игры. Dota 2 не работала в течение 2 часов. Источник: чемпионат. Сообщить об ошибке. Комментарий.